Знаете, в США есть много компаний, которые производят разнообразное снаряжение, а также фурнитуру для арочных систем. Одна из них, как ни странно, попавшаяся многим на пути в жизни, называется компания Blackhawk. Они, кстати, много чего делают, от обуви до снаряжения, до фурнитуры. Фурнитура сравнительно недавно. Фонарики довольно-таки давно, помните, вот этот у меня фонарик много раз был в видео. Очень недорогие вещи. У меня куча их снаряжения. Много из них вы никогда не видели, наверное, в видео. Кобуры, мешки, разгрузочный жилет и так далее. Совсем недавно на одном из вебсайтов, называется Joe Bob Outfitter, удалось приобрести на распродаже. Ну, как вы меня знаете. Я просто проверил название веб-сайта, и мне сейчас вообще с памятью плохо, как говорится. И там была распродажа фурнитуры для арки. Фурнитура бывает разнообразная, конечно. В данном случае все, кроме цевья. Цевье я обычно держу либо алюминиевое, либо плоское, лично я. Еще бывают другие фирмы, но это другой вопрос. Вот Blackhawk. Вот у них вообще система NOX, так называемая. И я приобрел очень недорого, как альтернатива для какого-нибудь будущего проекта арочной системы постройки. Видите, у них свой собственный приклад. Вот это как раз тот самый NOX Axiom. Регулируемый приклад для карабина из жесткой резины. С жесткого пластика. С очень хорошим резиновым тыльником. Видите, как необычно тыльник сделан. Причем цвета такого пустынного. Хочу собрать еще одну арку пустынного цвета. Наверное, куплю мелкий комплект и соберу. Их же рукоятка из этой системы. Пистолетная рукоятка. Рукоятки я набрал разнообразные, разных цветов. Я уже даже иногда не понимаю под плохим освещением, какого цвета. То есть вот это у меня такой комплект пустынный. У меня несколько пустынных вариантов. Вот у них вертикальная рукоятка для длинноствола, для пистолетов нельзя. Что интересно, что она может быть разной длины, видите? И это, кстати, очень удобно. В моем личном опыте, по-русски уже не получается говорить. Вот вариант иногда хорошо короткая, иногда длинная. Они совсем копейки стоили сравнительно. Вот эти рукоятки пистолетные стоили $5. Приклад стоил 20. Вертикальные рукоятки стоили по десятке. То есть вот у меня здесь $30, еще 10, 40, $60 все вместе вот за все, что у меня на экране. Вот комплект зеленый, потому что у меня есть зеленые варианты арок. Вот для них такая вещь подойдет. И у меня есть пустынные. Ой, извиняюсь, сейчас поздний вечер. Искренне извиняюсь, не мог не зевнуть. И, соответственно, вот для пустынных в некоторых ситуациях вполне неплохо подойдет. Видите, вот такая полимерная, но жесткая система рукоятки, которую можно делать как длинную, так и короткую. Просто хотел показать недавнее приобретение. Как говорится, у меня несколько систем есть. Это будет одна из них. У меня будет отдельное видео по разным наборам фурнитур, потому что у меня есть B5, у меня есть MacPool, как разнообразный MacPool. У меня есть UTG, как вы видели, у меня есть Blackhawk. У меня есть Fabarm Defense израильские для разных систем. И как-нибудь просто хочу посмотреть, обсудить. Вот это вот недавнее приобретение. Очень кратко, реально говоря. Особенно много чего по ним не расскажешь. Недорогая фурнитура для недорогого комплекта. Все, пошел чихать. Спасибо за внимание.